Воробьев инициировал единовременную выплату пенсионерам. Подмосковные пенсионеры начали получать единовременную выплату из бюджета Московской области в размере 5000 рублей. Об этом ленте.ру рассказали в региональном правительстве в четверг, 17 мая. С инициативой материальной помощи людям старшего поколения выступил губернатор Андрей Воробьев. Порядка 700 тысяч жителей, которым в этом году или ранее исполнилось 70 лет, получат по 5000 рублей, чтобы направить их на свои нужды. Наша задача – каждый год работать так, чтобы сильный бюджет позволял поддерживать тех, кому в силу возраста уже сложно работать. В этом году на эту поддержку мы выделили 3,5 миллиардов рублей, сказал глава региона. Воробьев также выразил надежду, что в будущем размер единовременной выплаты увеличится. Деньги пенсионеры получают на банковскую карту, также их может принести на дом почтальон. Заявление на выплату нужно писать только тем пенсионерам, которым в этом году исполняется 70 лет. Для этого достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность, уточнили в правительстве. По состоянию на сегодняшний день выплату на свой банковский счет или через почтовое отделение получили 95% граждан, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. 17 апреля сообщалось о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.